концентрирую внимание на том, что такое ноотропы. Вот это слово, я знаю, что ты не знаешь, что это я такое. Я не знаю, что это. Я тоже не знаю, что это такое, но есть слово ноотропы. И вот даже интересно, что тебе придет на это слово в голову и как это влияет на детей, которым это выписывают. Какое-то вот сразу пришло как лекарство. Ага. На психологию, что-то на психику детей, угу. Структур. И как именно это? На мозг. На мозг именно, я тоже это. Вот прямо вниз как-то. И оп, затуп. Прям вот. Да. Затуп, да? Угу. Угу. Это ноотропы. То есть оно негативно влияет, а ребенок становится тупым, да? Химическое соединение, которое на мозг. Вот, структуры мозга идут, сетка нейронной связи идут, но они не проявляются. Подключаешь компьютер, мозг работает. А чего ребенок такой вот? И что-то по речи бьет вообще. Как-то щеки спускаются, глаза вниз. Все так лицо именно вниз. Сейчас. То есть это глушит психику, глушит, да? Ну, по ощущению, да, что какая-то лекарственная штука. Угу. Химическая. Угу. На именно вот эти нейронные связи никак не влияют. То есть они работают, а состояние да. Чик уходит. Перетягивает на себя, как все равно вот. Сейчас, а зачем оно вообще тогда нужно? Именно как будто вот активность мозга запускает. Но идет затуп такой. Включает активность как-то очень сильно. Но выключает. А мозг при этом активный. А выключает именно активность. Вот тело, наверное, вот что-то всего. Как притупляет память. Человек, вот если был шустрым, становится. Идет отделение вот именно нейрона головы. Отделяются от памяти, от всяких вот функций. И от интеллектов, инстинктов, от всякого такого. Безвольность такая становится. А что такое нейролептики? Тоже по ощущению, как какие-то вещества. Они есть в. Ощущение, что в организме есть уже. Да, только их очень-очень мало. Что-то связано еще есть в такие же штуки в запрещенных препаратах. Зонами какими-то, частями что-то включают, выключают. Вот это больше по ощущению, что на рефлексы какие-то получше идет. Скрытое такое что-то. Как и для передачи вот каких-то импульсов. Если его с организма убираешь полностью, вот какую-то часть вот этого, организм сразу же перестает вообще работать автоматически. Все, как во сне человек, хоп, организм работает. Если вот какое-то вещество в этих нейролептиках или что это. Что-то
эти вот как гормоны кому-то людям дают, вот то же самое что-то по ощущению. Mm-hmm. Для более активации. Mm-hmm. Ну, как-то оно частями, кусками. Зонально как-то. Да. Да, я тоже вижу зонально. Mm-hmm. Но оно не включает. Его только вот, если как дополнительное средство перестаешь употреблять. Все, mm-hmm. чик. Mm-hmm. Все. В организме оно уже есть, это. Mm-hmm. Структура, вещества. Просто как переизбыток, либо недостаток, вот, имеет последствия. Угу. Если много, оно вообще как-то активно включился, выключился. Да. А если мало, наоборот, чик отключается. Угу. Ну и по ощущениям, что есть в запрещенных препаратах. Ну а от этих лекарств больше пользы, например, для детей с аутизмом или вреда? Вот от первого вреда, прям вообще. А это такое? Первое. Угу. Прям вред, да. Становится вот домашнее животное. Угу. От первого. Угу. Второе как-то вот... Как-то, да, то есть нету собственного рефлекса, не вырабатывается, угу. а только вот пока есть это вещество. Оно есть, вот оно есть. Самостоятельно организм вот, дополнительно как-то больше его не выделяет. То есть вот когда... Ну, как гормоны. Пока пьешь гормоны, а ну, вот, из организма они блокируются, выделение. Угу. Вот так, запускают, но пользы не идет. Но первое что-то вообще прям такое ощущение, что еще тупее становится человек. Вот, как убирают этот, как препарат, хоп, ребенок становится здоровее, и все. О, это лекарство помогло. Нифига, это наоборот разница, контраст. Это типа купи козла, да? Да. Помните анекдот про козла? Там еврей жаловался, что ему плохо живется. Ему предложили купить козла, а потом продать козла, и он был счастлив. Вот, да, да, да. Вот это из этой же серии. Вот. Прям, да, вот с лекарством он овощ, хоп, перестает пить, нормально организм начинает что-то вырабатывать, у них, о, чудо, после лекарства пошло. Mm-hmm. Хотя, если бы они не принимали, быстрее бы пошло. Mm-hmm. Вот первое, даже название не запомнил, что это вот прям... Натропы. Против этого чего-то вообще. Uh-huh. Протест. А нейролептики это? Mm-hmm. А нейролептики как-то... Ну, как поддерживают. Средний, да. Как бы не понять, поддерживание, просто как костыли. Угу. Да, пока можно ходить на костылях годами, а можно стараться встать сразу же на ноги. Угу. Хорошо.